Был. Это был, который был главой. И так как у нас сейчас депутат, естественно, у нас должно было научиться. Не, ну, законом положено. Ну, тогда может случиться, что вы не попадете в число тех людей, которые будут рассматривать на вакантную должность. А, ну, так как вы не присутствовали. Нет, может такое быть? Нет, там пока только сегодня будет на сессии, нет, только. Не может такого быть. Потому что они объявят конкурс, и дата, срок пойдет с момента публикации. 20 дней. В информационном сообщении будет все указано, вплоть до проекта контракта с главой администрации городского округа. И публикация 20 дней плюс 10 на обжалование. То есть вот такой примерно от сегодняшнего дня, около 30-40 дней будет. Потом будет проведен конкурс. Так что на подачу заявлений будет как минимум 20 дней. Хорошо. Мы будем в курсе вас держать тогда. Государственное помещение не пускать действующих. Ну вот подполковник не может ответить на этот вопрос. А я охраняю. Олег Георгиевич, пожалуйста. Как вам вот это утверждение, потому что у него запись в Егорайоне? Ну, по-моему, она не стоит выеденного яйца. Ни юридически, ни человечески, да? Даже по-рабоче-крестьянски это никто не поймет. Запись в Егорайоне. Я попросил девчонок. Да. Сейчас мы напишем заявление. Написали ко мне обращение с тем, чтобы я отправил депутатский запрос. А факт у нас зафиксировал, что исполняющий обязанности по приказу не может войти и в здание. Я исполняющий обязанности руководителя администрации тоже не могу попасть в здание уже третью неделю. Слушай, так мне тогда нужны вот эти фамилии. Так в том-то и дело, я поэтому... Так дайте мне визит. Без предела. А твое распоряжение у тебя есть? Нет, у меня только свое. А вы, если вы мне дадите контакты, я вам все пришлю, прям с фотками и с поясом. Все можно через меня. Это мой все. Старый знакомый товарищ. Что в этом плане? Официальное заседание начнут работу Думы 13 мая. Угу. За эти дни надо же все подготовить. Завтра будет у вас все. Вот, тогда передадите, но я буду... Я тоже сегодня на дачу еду. Не вопрос. Ну, все равно мы понимаем, что в этом случае после праздника. После праздника, скажем так, это письмо ко мне передадут. Хорошо. С подписями и требования, которые вы ко мне... Великолепно. Пусть будет еще какой момент. Пусть будет несколько бумаг, чтобы в одной бумаге не вписывать все пункты. Хорошо. Потому что, как правило, выбирает более легкое и полностью запрос снимают с контроля. Да. Поэтому пусть будет по каждому вопросу свое обращение. Владимир Георгиевич, а можно вопрос? А вы депутатский запрос какие будете делать? Структуры? Я сейчас отправлю, потому что находится на территории Московской области, Воробьеву, губернатору. Получу от него ответ. Тут технология, конечно, тоже длительная. Исходя из этого, я отправлю запрос сейчас этого прокурору области, потому что его функции как раз охранять права граждан. Потому что будет это. Вот поэтому непосредственно здесь я уже обращусь к министру Колокольцу, министру внутренних дел. Дальше к генеральному прокурору, исходя из всего того, что будет происходить. Конечно, у них есть лазейка, месяц работы над запросом. А для депутатов Госдумы разве не короче срок? Нет, это депутатский запрос. Но что я еще могу сделать? Исходя по совокупности, я сделаю парламентское поручение. Его, конечно, не примут. Тем не менее, я его заявлю, я его распространю в зале. Вот. Это страничка текста будет, в котором выпишу все эти несуразности. Здесь уже она будет комплексно. Тот, другой. И там обращусь, комитет буду формулировать, что мы, комитет по конституционному законодательству, есть у нас такой, Крашенинников, чтобы он сделал соответствие запросу, куда? В администрацию области, прокуратуру и Министерство внутренних дел. Но я бы хотел еще зацепить, конечно, вот эту группу, которую ребята приходили, Росгвардия. Но они проявились, появились и ушли. Это
его не зафиксировали. Они в неведомстве, они тревожные кнопки нажимают. Поэтому я их трогать не буду. Владимир Георгиевич, знаете, вопрос такой. То есть, понятно, значит, это общее, потом это частные такие моменты, потом общее будет, которое я говорю как протокольное поручение. Проголосуют за него, не проголосуют, это уже... В любом случае, исходя из всего этого, я все эти направления сделаю. Валерий Георгиевич, а если мы напишем обращение, вот смотрите, у нас конкретное сейчас подозрение, конечно, факты, даже и факты, в принципе, есть, что здесь на протяжении, особенно последних месяцев, происходит просто конкретное хищение денежных средств. Вот это можно высказать именно как ваше предположение. Да. Но какие-то доказательные моменты должны присутствовать. Доказательные у нас кое-что есть. Кое-что есть, и это прилагайте как копия к этому письму. Угу. Оригинал оставляйте все у себя. И потом возможен, да, запрос. И вы в данном случае палаты, да? просим рассмотреть или просим направить, пусть в счетную палату для проверки расходования бюджетных средств. Финансово-хозяйственная деятельность за такой период. Такой-то может быть таким образом. Ну, здесь своя счетная палата должна быть. А если в счетную палату России, тогда на какие-то бюджетные средства это было бы показать. Да, но у нас хорошо. У нас сейчас, так как бюджет не принят, с КСП района, который, в принципе, вырежете, да?